сочная вишня, очень морозостойкая. Это новая культура для нашей местности. Девятиклассница Евгения Матвеец всерьез погрузилась в законы спроса и предложения и механизмы реализации своей продукции. Она разработала уникальный для нашего региона проект, который был бы невозможен без участия в агроклассах. В моем бизнес-плане я описываю свою продукцию, вишню, какие я сделала затраты. У меня вышла большая выручка. Моя продукция пользуется спросом, большим спросом. Население нуждается в этой продукции. В этом году на третью областную конференцию «Юные аграрии Оренбуржья» съехались ребята из 12 районов, предлагающие свои разработки в совершенно разных направлениях. Руководство ГАУ уверено, такие конференции по разработке собственных бизнес-планов и дают старт новым идеям, в которых экономика страны и аграрная отрасль особо нуждаются. Был на расширенном заседании Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, где перед нами выступал наш министр Федоров Николай Васильевич, где в самом начале своего выступления четко дал ориентир на то, что аграрная наука и аграрное образование должны быть направлены на решение вопросов, связанных с продовольственной безопасностью России. Впрочем, в ОГАУ готовы идти в ногу со временем и начинать подготовку специалистов в области аграрной экономики, аграрного менеджмента и безопасности продуктов питания. Такие специалисты однозначно будут в цене. Александр Ефанов, Александр Ионов, Вести Оренбуржья.